Здравствуйте, зрители, слушатели. 16 сентября, ночь. Город Славянск. Паучок на месте. Ждет свою добычу. Ночная охота. Обстановка в городе сегодня была более-менее, конечно. Вдали громко, сейчас тоже где-то шумно вдали. Такая вот картина. Вода есть, свет и интернет тоже есть. Газа пока нету. Люди в город возвращаются. Много уже вернулось. Хотя Лях и не давал команду возвращаться, но они, видно, не очень его слушают, возвращаются все равно, вопреки Ляху даже. Погода дождливая на улице, осень, как-никак. Настроение нормальное. Даже улитка куда-то по делам ползет. Дождевой червячок какой-то не спешит прятаться, а то все за секунду и в норку свою бегом, боятся. Рядышком бездомная улитка, она же слизень. И какой-то муравей потерялся. Такой вот паучок. Это уже какой-то другой, чем когда-то. Раньше я когда-то снимал на этом же цветке паука. Тут был такой светло-зеленый. Этот такой более темный. И рисунок такой вот красный у него. Хотя вот на цветке том же сидит. Вот. Охотится. Такой вот рисунок. Еще один дождевой червь. Всем спасибо за внимание. И, конечно, до скорых встреч. Удачи. Пока.